Как я и говорил в предыдущих видео, Европа, новая локация дополнения «За гранью света», таит в себе много секретов. Как правило, это небольшие квесты или ивенты, которые наградят вас легендарной броней, ресурсами или оружием. Однако выполнять их просто-напросто интересно в свободное время, то, что нужно, чтобы немного расслабиться. Так что я расскажу обо всех в ближайших роликах. Для секретного квеста, о котором я расскажу сегодня, тебе нужно отправиться в локацию руины Ивентайда и ждать. Ждать, пока не начнется сильная снежная буря. После чего пристально следи за нижним левым углом экрана. Вскоре там должна появиться надпись «Неподалеку сильный враг ждет, когда наступит затишье». Вот он нам и нужен. Это капитан падших Технокурьер. Пережидает урагана он, как правило, в этом здании. Убиваем его и получаем баф «Коды города Рис». Как несложно догадаться, для использования кода поднимаемся в город. Находим терминал, как показано на видео, расправляемся с охраной и активируем его. Теперь у вас сменится баф на сигнал вексов, идущий с одной из локаций Европы. Он может исходить из хребта Кадма или из пропасти Астерия. Добираемся до указанной вами локации и ищем на ней источник сигнала. Некий передатчик вексов, который светится ярко-белым светом. После того, как вы подойдете к нему и активируете, вас телепортирует на парящую конструкцию вексов. На ней будет несколько точек, встав на которые, вы получите уведомление о том, что необходимы данные о жесте. Танцуйте, ну или садитесь, хлопайте в ладоши, короче, используйте любую из своих эмоций. После того, как вы прожмете первую платформу, конструкция будет расти. Отстреливайте охранную систему и продвигайтесь от одной точки к другой, подбирая нужную эмоцию. Ключевой момент в головоломке заключается в том, что если вы прожмете неправильную эмоцию, вас телепортирует обратно в начало этого лабиринта. Я пытался подобрать разную последовательность, но в итоге сработал вариант, когда я просто использовал одну и ту же правую эмоцию для каждой точки. Иногда может получиться так, что нужно 4 разных, иногда повторки. Может также случиться, что вы выполняете эмоцию, но она не читается. Ее и не принимают, и не отказывают, отправляя вас назад. В таком случае просто продолжайте прожимать эмоут, пока с экрана не исчезнет сообщение «Требуются данные эмоции». После того, как вы активируете последнюю точку, перед вами появится сундук с наградой, из которого может упасть легендарное оружие или броня, привязанная к Европе. Вот и все. Не знаю, как такую миссию назвать правильно, квест, поручение, ивент, но это все любопытно. Да, награда не ахти, но, честно говоря, тут и сложно было бы представить что-то особенное. Рассказывать о таких секретах еще? Тогда ставь лайк под видео, чтобы я знал, и подпишись, чтобы следующее видео посмотреть как можно скорее. Спасибо за просмотр, до связи.